Сирийский Дамаск погрузился в темноту из-за взрыва террористами газопровода, идущего к электростанциям. Столица и пригород остались без света. В стране продолжаются бои между повстанцами и правительственными войсками. Несколько взрывов прогремели в районе городской больницы Алеппо. Сообщается, что их произвели смертники, связанные с Аль-Каидой группировки Аль-Нусры. Это одно из самых жестоких суннитских повстанческих объединений, которые выступают против президента Сирии Башара Асада.